Всем привет! Давайте сегодня приготовим пиццу с грибами. Для этого подготовим тесто, смешаем теплую воду, дрожжи, добавим муки и оставим на 10 минут. За это время дрожжи активируются. Затем добавим соли, подсолнечного масла. Все тщательно перемешаем и будем постепенно добавлять муку. Тем самым замесим тесто. Как видите, муку я замешиваю сначала, мешая вилкой, а затем уже, когда тесто станет плотным, мну руками. Тесто готово, уберем его на 1 час в теплое место. Раскатаем его на противне, смажем острым кетчупом, добавим сырокопченую колбасу, добавим грибы, добавим сыр. Берем в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Достанем пиццу, добавим листья базилика и уберем снова на 5 минут. Пицца готова. Пицца получилась очень вкусная, очень мягкая, интересный вкус грибов, базилика и колбасы с кетчупом. Кому понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь с друзьями в социальных сетях. Всем до новых встреч!